там вот, посмотри какой. Угу. Идет. Идет туда? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы будете батюшка? Да? Нам нужно где-то поговорить. Мы с Алтая привезли в подарок книги. Рассказать, показать, и нас отпустили, чтобы. Угу. Хорошо, сейчас мы пойдем. Мы завтра, я думаю, после обеда, после третьего, в 3 часа будет у владыки. А вы в Тайшете отца Василия знаете, нет? Отца Геннадия Фаса слышали? Это магистр богословия. Значит, садитесь, пожалуйста. Мы с такой спешки кое-как сюда доехали. Значит, первое. Вы на месте, а я для вас никто. Мой паспорт, будьте добры. Посмотрите, там Алтайский край, прописка, все, посмотрите до конца. Я хочу вызвать ваше доверие полное. Снимайте, значит. Так, подожди, ну, они думают, что это книги отдаем. Вот. Нет, надо просто... Зайди в правый предел, и там... Все, на сайте. Сразу не бегаем. По все, что только ехало. На славу Божию. Так, я в Mail.ru работаю, осенью вернусь. Будет желание, вы можете просто соединиться со мной. Интересно. Просто зарядите одно слово в Google Игнать, она выкинет Лапкин. А дальше сотни страниц буквально идут. Там, мы строим с нуля православную деревню. И нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. 21 год уже, и мы своими силами все сделали. И церковь, и школа, школа государственная. Ну, учителя все верующие. Я 40 лет начальник детского лагеря, его основатель. 1000 детей подняли без помощи государства. Я в сети университета кто занятия. Десятка школ, милиция нигде ни копейки за это не получал. И мы бьемся за что еще, чтобы до конца поняли. На полном, абсолютном серьезе, что все было сделано. Вот положено 10 на священство, все должны отдавать. Проклятием вы прокляты, Малахи 3 глава говорит, что вы не отдаете десятину. И поэтому я ваше мнение не знаю, но у нас это строго выполняется. Нет, раз взялись-то, конечно, вот так. Видите, я когда людям говорю, они, ну а как ты? Я 50, вот нынче 27 будет, 50 лет, как я обратился к Богу. А рядом вот около Иркутска, там есть Плишкино, лагерь. Я в нем прорабом работал до армии. И сегодня я туда ездил и тоже подарил комплект. Мне хотелось... Ну, отметить то место, где у меня начало это было. Я только после окончания техникума. И вот если Господь уже коснулся, и есть возможность, приложить все силы. Я когда обратился, я дал себе обет платить 9 десятин из 10. 50 лет на этом продержался.
И поэтому на двух-трех работах постоянно, не то, что похвалился, я хвалюсь моим Господом. Это невозможно просто выдержать. Для меня это сладость. И тюрьмы, что были. В тюрьмах что было, не расскажешь. По 7 человек, когда я молился, но ночью остановились на молитву. Друзья, можно я тоже встану? Когда выходили, эти люди встречаются, многие в церкви работают. Это мой путь. Каждый ведет по себе. Эти люди, вот они тоже пришли через занятия. Это сирота. Вот это экономический факультет кончил. Недавно женился. И мы бьемся за то, чтобы Господа всем сердцем любили. Евангелие, чтобы ожило. Чтобы литургия была не только богослужебная, вот эта часть. Вся наша жизнь сплошной литургией. Воспевающей, восхвалебной песней Всевышнему Господу Богу, Иисусу Христу. Чтобы нас ничто не разделяло, потому что там не будет разделения. Вот у меня друзья и мусульмане есть, сектанты, а сектантов там адвентисты, баптисты. Сколько их пришло? Многие священники, вот в вашей области, в Тайшете, отец Василий, он бывший военный следователь КГБ. И меня КГБисты за него гробили, не знаю, какого человека у нас оторвали, погубили. А он прекрасный священник, он близкий друг, а не друзья с этим, с Вадимом, митрополитом. Понимаете, это Бог дает. Человеку это нельзя. Ну, можно говорить, а результат-то будет какой. Бог делает. Мы могли вас сегодня не встретить. Мы встретили. Мы даже не надеялись. Ну, где конец одному пути? Я тоже думаю, вернуться назад еще надо сегодня. Вы раньше не были здесь, да? Как? Раньше не были здесь? Никогда. Я был только в Иркутске. А из Иркутска меня сразу забрали в армию, во флот, и я там служил. Вы здесь найдете многое, что созвучно вам уже сегодня. Я как гляну на них, это мое детище. Впервые, чтобы с откровением, толкование, за 2000 лет в одном комплекте впервые вышло. Это не было ни Запада, ни Восточной Церкви. С откровением по всем святым отцам. Это огромная работа проделана была отцом Геннадием. Вот у него книги, сейчас вышла книга, до этого было толкование на песню песней. Это книга столетия. Ну, магистр богословия. Конечно, по грамоте нас не сравнить, грамота его. Вот, допустим, у вас люди. Они мало знают, как образовать общину. Не просто приход, а общину. Вот здесь говорится, пособие Евангелия от Марка. Как говорить, как встречать. Лучший вариант, когда священник вместе с ними будет. Все построено на Священном Писании, на святых отцах, на канонах и на патристике святых отцов. Потому что эти сектанты то не признают, но мы постепенно, как говорится, зажимая их в одном месте, показываем, ваши толкования все лживые. Православие – это целомудрие, это святость, это широта взгляда. А люди этого не знают, оно мертвое все, нам нужно оживотворить. Мы буквально на золотом ящике сидим, и люди не знают этого. Но мне Бог это дал. Вот, это противосектантское. Как говорит православный, второй том. Как говорит православный, что должен отвечать, сектант как отвечает, допустим, об иконах, о Божьей Матери. Ну, разные вопросы, это я с хозяйкой своей сижу. Вот, где-то тут. На апокалиптическую тему у вас есть? Как говорите? На апокалиптическую тему. А, вот оно здесь, в этой, в отца Геннадия. В связи с современными проблемами. А вот это старообрядческое. Вы найдете там, вот это старообрядчество. Вот три тома, это 23-й, 24-й, 23-й, он золотом таким, вот он стоит. Это еврейская тема. За 3600 лет Талмуд разбирается. Во свете Библии. Вы столько здесь найдете, ну, просто этого нигде нету. Это совершенно точно уже. Так, тут какие-то беседы идут. С кем же эта беседа идет? Ну тут с магнитофона снято. Вот Володя стоит как раз, прокручивает. Вот он стоит. Так, вас как звать-то? Алексей. Алексей. Так, батюшка, благословите нас. Мы уходим. Сейчас выйдем, может быть, там на крылечке сфотографируемся. Посмотрите, ребята, чтобы ничего не делать. Подойдите еще, она такая. Храм, зайдите в храм там, посмотрите. Зайдем. Там купель. Для полного погружения. Приоткройте, пожалуйста, фотографируйте. Я вас вот, 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 вот
нас только по полному погружению крестить. Мы готовим, мы в озере, батюшка, там будет не фотография. Хотя приходится заниматься крестить неполным, ну там уж как получится. А здесь, да. Здесь надо помнить. Ты, Яна, подойди. Тут света нету, хватит тебе света, нет? Я уже сфотографировал. А мой где фотоаппарат? Он не работает. Там. Видите, это каждый храм может сделать. Ну, да хоть больше не делает. Да, слава Христу. Вы там найдете моя переписка в Mail.ru. Там написано сектантом. Он 11 лет руководитель был. В прошлом году принял крещение, полное погружение. Ярослав сейчас готовится на батюшку. Ушла переписка. Ни шатка, ни валка. Но все больше и больше. Наконец он увидел, все рассыпается. А что делать? А ты знаешь, где таинство? Самое ценное, что у нас в православии есть, это священство, имеющее рукоположение в апостольских временах. Вы не церковь. Церковь только там, где есть священство. Благодатное, совершающее таинство. Если это мы делаем разные, так сказать, одно дело, говорят, мы делаем одно дело, да. Вы священники, и мы тоже священники. Да. Они такого мнения все. Нет. Если нет рукоположения для апостолов, все обман. Да. Так, ну все, мы поехали. Благословляйтесь.